Ах, у меня сейчас уже руки упадут, я не могу держать этот огромный чупа-чуп. Я помогу. Поможешь держать? Или как нам удалось сделать такие огромные чупа-чупсы? Расскажи нам секрет приготовления огромных... чупа-чупсы бегают. Да. Огромных чупа-чупсов. Ну, вот эти вот получше. Здесь у нас, в нашем самом маленьком чупа-чупсе, или в шарик, завернутый в бумагу. Здесь у нас палка, обычная палка. А здесь наклейка. Топ-топ или чупа-чупс. А здесь уже у нас в большом, здесь воздушный шарик. Мы его надули, завязали, заклеили бумагой, наклеили бумагу и палка. И, пожалуйста, тебе какой чупа-чупс? Маленький? Или средненький? Огромный. Огромный? Тогда я съем пока маленьким и закушу средненьким. А я этот... А еще, да, у нас конфета. Смотрите, ребята, какая у нас конфета. Он добрый шарика. Да, зеленая конфета. Наверное, шоколадная шарика. Представьте. Ну и, конечно же, самый наш огромный. Держи. Держи маленькие чупа-чупсы, я покажу, ребята, твой огромный. В огромный чупа-чупс мы надули шарик, самый большой, самый огромный. Да, конечно же, только закрепили на палку, и вот что у нас получилось вместе с наклейками. Да, он клубничный. Клубничный? Потому что красный. Потому что красный? Да. Тебе нравится больше всего клубничный, да, и самый большой? Да. Классно. Да. Понравилось? Да. Конечно, понравилось, но только очень долго мы делали. Да. А долго делали, потому что у нас не было широкой бумаги. Была бумага только узкая, нам приходилось ее склеивать скотчем. Получилось немного долго, но зато классный результат. Можно сейчас играть. Да. Хорошо? Давайте попрощаемся с ребятами. Да. Пока-пока.